«Аванс», младшая группа. Третье место. Савелий Демидович, «Село Пестрецы». Вручается диплом, медаль фестиваля. Замечательные подарки от наших партнеров и спонсоров. Ну и, конечно же, премия лауреату от правительства Республики Татарстан. Еще одно третье место вручается Кариму Нургалиеву, город Чистополь. Человек-энерджайзер. Он словно ветер все эти дни ходил по Униксу. Никто его найти не мог. А он сегодня здесь, победитель, стоит на сцене. Аплодируем, аплодируем громче нашим артистам. Правильно. Идем дальше. Второе место. Алмаз Бадиков, Мадина Хакимова. Отнинский район, село Большая Отня. Ребята, вручается диплом, медали, подарки. Премия педагогу от публичного акционерного общества «Татнефть» и денежная премия нашим ребятам от правительства Татарстана. Еще одно второе место в номинации «Конферанс» младшая группа отправляется в город Лениногорск вместе с Ильясом Мингалеевым и Максимом Ерофеенко. Диплом, медали в количестве 2 штук. Мягкие игрушки. Дорогие друзья, подушки. Конечно же, сердце, созвездие, как мы их сегодня называем. Премия для педагога от компании «Татнефть» и премия для ребят от правительства Татарстана. Первое место в данной номинации. Иван Шуваров, «Казань». Ивану вручается кубок нашего фестиваля. Замечательное сердечко. Диплом фестиваля. Примерно с ростом самого Ивана. Ну и, конечно, аплодисменты нашему юному коллеге. Удачи в будущем. Ну и вот замечательный автомобиль, пока игрушечный. Посмотрим, что будет дальше. Поздравляем! И это еще не все. Есть еще одно. Первое место. Город Казани. София Белицкая. Все нужно делать быстро, оперативно. Это главный девиз Софии. Вот так вот быстро, оперативно она дошла до первого места. Идем дальше. Номинация «Конферанс» средняя группа. Специальный приз за волю к победе награждаются Дмитрий Цысь, Михаил Цысь, Анастасия Цысь, город Набережные Челны. Ребятам вручается диплом, подарки от наших партнеров и спонсоров. Ну и, конечно, давайте поаплодируем.